Природоохранная прокуратура выявила нарушение в работе Ивановского зоопарка. Как показала проверка надзорного органа, птицы, занесенные в Красную книгу, три розовых пеликана, два белоголовых сипа и подорлик, содержатся в полувольных условиях, а на это у зоопарка нет соответствующих разрешительных документов. Также отсутствуют данные о происхождении этих птиц. Возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, установлено, что сотрудники не указывали образование ряда отходов в зоопарке, в том числе отработанных ртутных ламп, минеральных масел и отходов животноводства.